все мы артисты, все мы, я не знаю, театралы в каком-то роде, играем свою какую-то роль. Надо раскрывать разные грани, использовать свой потенциал по полной. Плюс, я не знаю, заинтересовало меня серьезность, что ли, может. Потому что в брейкинге никаких рамок нет, никаких нет ограничений. Ты воспроизводишь себя, делаешь все, что хочешь. А тут есть какие-то театральные рамки, которые надо сначала постичь, узнать и двигаться дальше. Я даже не думал, что я могу на танцполе провести столько времени один, быть в экшене, так сказать, что-то делать, показывать, рассказывать историю своим телом, своим характером, своей душой перед аудиторией. То есть очень интересно, очень захватывает, и мне кажется, ради этого стоило попробовать. О том, что у меня будет сольный фрагмент, я узнал только лишь на четвертый репетиционный период. Для меня это стало большой неожиданностью, хотя я в глубине души ждал этого и хотел. Но я видел, что уже у нас довольно-таки большой материал. Я думал, уже все, завершение, у нас есть полностью час. У нас оказался, во-первых, 1:15, а во-вторых, еще и сольник мой в середине нарисовался. Я очень обрадовался, немножко смутился, когда увидел по времени, сколько мне надо танцевать. Я там практически провожу 3-4 минуты один на сцене. Мы танцоры брейкинга, мы танцуем в батлах 30 секунд, 40 минут максимум. А тут довольно-таки большой промежуток времени. Но когда же вы танцуете через призму этого театра, вам не обязательно все время двигаться. Увидите, посмотрите, как это будет. Молодец, Брахим, мне это понравилось, что он именно взял какую-то сильную мою сторону и дал мне возможность показать себя. Из того, что зрители сегодня увидят, это будет 70% сюжетная линия, выставлены какие-то моменты, и 30% импровизации, момента и случая, который будет только сейчас и только сегодня. Я думаю, чем и прекрасен наш спектакль, тем, что эти 30 или кто-то может больше процентов может импровизировать. Например, мой сольник – это чистая импровизация. У меня есть направление, у меня есть путь, и я сам выбираю, куда мне пойти сейчас и сегодня. Сегодня я пойду так, завтра я пойду по-другому. Этим меня привлекает мой сольник и наш спектакль.